щетки. Так, Кент, надо... шкаф? Шкаф, ой. Мы, короче, через что пойдем? Мы пойдем через... как он вверх. Называется? Через... А, да. Да, через верх, точно. Ну, мы по токенам, да, идем? Да. Да. Ну, мороз, а на мороз заглянем. На мороз надо. Ебануть. Так, Женек, АФКши. Алло, пишу. АФК, блядь. Вот, вот так. Там чат написали. Блять. Пунька. Да, ждем облачко только. Пошли, это самое, вот сюда агри этих, как они называются, пачку. Только одну с агри, там постарайся, не две с агри. Слушай, я не знаю сейчас. Доза, ты в Дисе? Не знаю, сдохнет он или нет, но если сдохнет, то это... Пожалуйста, метку на танк. Есть уже. Бежал. Блин, убежал. Доза, если что, щиток там кидай на танк, или там на себя, или еще на кого-нибудь. Да я вроде до неё ходки кинула, добежи дома. А то я сейчас один. Ты в коте же? А, ты в Ирдру? Ну, если ты в Ирдру, то заебись. Ты ж попросил пока хилить. Да. О, вроде не пробивает, по-моему. Ага. И так веди по пачке. Дайте кулак каску, пожалуйста. Да, у нас только что-то... каска может быть. Да, только один. Ну дайте. Да, все, дайте каску это... тогда. Варовский крик. Ось. Есть. Да, 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 я вижу, вижу. Все, каска на все. Нет, на Оки нету. И у меня. Сейчас разбафы. О, появилась карта. Сука, жене, ебучая фукаша. Чё, иди, это, веди пачку. Сейчас, кусаночек. А, у нас мага нету, мне так был бы хавчик какой-нибудь. Да, похуй. Зато инта есть. Я могу это выйти, поставить мамонта, купишь-то. Да у меня если есть хочешь. 35 хавчика, блядь. Ну-ка. Ему там пизды не дадут. Проклятие нет. Нет, да он добежит. Они все равно на мне садят. О, проклятие какое-то вешает. Так, ну-ка съебываемся. Выведи к нам к порталу. Сюда, сюда, выходи, я тебя не вижу. Нихуя себе, ебать, чё это, нихуя себе, подгон, ебать. Ты о чём? Да он мне дал хавчика сколько там, 100 штук, блядь. Я же сказал, мне несложно выйти поставить мамонта. Блядь, я вас вижу. Не прячьтесь за колоннами там, выйдите сюда. Там магичка стоит за кого. Типа, если всем стать за угол, то тогда она выйдет сюда. Можно будет ее отпиздить. Просто когда вы за колоннами, я вас не могу поставать. Надо гадать, блин, кто за колоннами, кто нет. Ёбаный рот, нахуй. Ой. Чё? Да он развернул к вам. Ну так отойдите, блядь. Чё? Чё страшно? А ты, Вар, чё, поди за кольцом, да? Я так прям сразу угадываю.
Так, кольца бисовые здесь. Две дырки, да, что стоит? Че товара пиздят. Уже и бис, в принципе, для пала два на пула есть. Так, что там, подниматься можно, наверное, да? Какую-нибудь пачку в углу уже чистить. Хуй знает, ну и все одну какую-то. Ага, давай этого разъебем. Подходите сюда наверх. Сука, Женек, каша, блядь. Алло, Женек, ты здесь? Он появился. Ой, блядь, он уже. Пинкую, блядь, ПМ. Чисто объем и шкаф. Ой, там патрульный. Опа. Чуть не отпиздил никого. Ебать, что-то недолго залез, почему такие жирные, блядь. Ну, короче, морозы разъебываем, и смотрителя идем сразу. Че тебе пиздец подала? Ну давай, Кент, шкаф сейчас. Вот этот моб умрет и сразу суманем облачко. Ты в Диси там, Женек? Да, блядь, вы дошли уже до босса, да? Ну уже, блядь, нахуй на Молчезаре стоим, блядь. Тогда я на ДК пошел. Сейчас подожди, мы тебя сменем, блядь, трэш почистим до Молчезаре. Да просто я, блядь, и это. Да я не думал, что так быстро соберешься. Смотрю, нахуй колом стоит. Я взял и есть ушел. Да хули, нашлись люди, но. Повезло, блядь. Блять, ты пришел, ты смог, все, заебись. Ебашь, давай, пачка. Я, блядь, заболел еще, пиздец. Ни температуры, ни хуя, ни вкуса, ни запаха не чувствую. Заебала эта хуйня. Ууу, корона! Так, две пачки, внимание, блядь, щитки выжимаем. Да я в понедельник вроде делал. Там вторая пачка вроде как сагрилась, так что осторожно. Щитки, если что, на себя. Опа, подаван в контроле. Сейчас он сдохнет. Смотрите, еще патрульный моб идет. Он один, по идее, должен загриться. Вот. Пачку согрели. Стан, гнев небес. Ну ебать, а что такое? Отойдите. Ну это первый тролль, тебя вижу. Вставайте, бегите, пока мы тут живем. Бля, а что за хуйня? Почему все умерли? Да первый, потому что вставай, пришлось. Беги. Вставай, беги. Стоять в огне. Потому а что, кстати, да, в огне, во-первых, не надо стоять, во-вторых, согрели дохуя. Сейчас сдохнет нахуй. Ревность вот есть. В каре это. Блять, ты не задавай вопросов, когда мы пиздим 10 тысяч мобов, блять. Не надо, блять. Давай, помоги, мобов разобьем, потом попиздим. Видишь, я, бля, обрыгиваюсь. Хилить всю эту хуйню. Пьяниц. Угу. Я имею в виду обрыгиваюсь, потею. Жестко, ну. Так, вроде полезно. Ну ты хиль вот, я тут это. На саппорте посижу. Там мы не сдохли, потому что я, блядь, моменталку использовал трехминутку. Что я мастер. И кинул цепуху через себя, блядь. Там еще одна тычка по мне, я бы сдох, блядь. Кули скил. Ой-ой-ой-ой-ой. Рукожоп хан работает. Это с петом, смотри, там повнимательнее. То есть это нягри лишний пачек. Смотри, где пет твой бегает. Чё он на меня идет нахуй, заебал? Уберите его, блядь, обратно. Шепард, если чё, в календаре там это расписание есть, можешь смотреть. Шепард чё, в гильдию вступил? Вы морозы. Ну, вон он спрашивал, в гильдию можно вступить, я ему кинула. А. Чё бы нет. Заебись. А он где-то был, Шепард, а где ты? Да, мы с ним не раз уже, он с нами ходит, не первый раз уже. А. Где-то он, маги Грырради, с нами ходил, если не ошибаюсь. Так, ну пошли на морозы, не, это, вот в эту сторону, давай, вот тут. Агри, и сюда забегай за угол. И все короче, стойте. Мне нужно отойти на 5 минут еще. Есть. Иди, блядь, пиздуй. Иди давай. Мне надо ингаляцию. Сука, пиво давай. Кончилось. Пиво кончилось, блядь. Припод упал. Подаван, ты не танк. Да, смотрите осторожно там. Подохните.
тоже странно, блядь. Давай, кинь мне иннер, то ладно, пока это нет времени пить. Mm-hmm. И там посматривай на меня, как ты меня в таргете выбили или что-нибудь. Ну, кидай сама там. Понял. Забегай. На пул через 8 секунд только. Да похуй. Блять, вы за колонной, блядь. Сдохнешь так. Я ебу, блядь. Ну выбеги сюда, я хуй знаю. Да я похилил уже. На пульчик выдал. Бля, вот я смотрю, у меня какое-то зубное исцеление появилось, потом доперло, я ж тебе об этом запомнить цель нажала. Думаю, что за фигня? Полоска коста, что ли? Да-да-да. У меня моя снизу, твоя сверху теперь. Так, ну что, еще пачку адрена. Ты там куришь сиги, блядь? Кто? Если ты попадала на то, да? Да. Такой звук, как будто сигару раскуриваешь там, блядь. А он зажигает. Бля, меня пиздят. Алло. Сука, сейчас танк сдохнет, да. С моментальная цепуха. Дозу захитить. Танк, сука. Ревностный, да? Бля, мне кажется, самое сложное в каре это, блядь, мобы. Это трэш, да. Конечно, если так агрить, дохуя. Да ебаный рот, сука, петухи. Ебучие мобы эти, блядь. Хорошо, хоть половина маны резнулась. Куда в него зашел. Если что, я бью в этом. В духе гадюки. Зато мана не кончается. Заебись. Бей. Могу он его разъебать. Шепард, а ты в кару за чем пошел? А, понял. За воспоминаниями. Че, тех обязательно бить или можно здесь спулить босса? Давайте убьем. Здесь вроде можно было. Давайте. Бомбом загрем. Давай, ебаш. Так, я эту хуйню не надо. На рогу, на кота заебись. Вроде как. Чё, тех тоже, да? Давайте убьем, но чтобы безопасно было. Безопасный секс. Я за безопасный каражан. Сука, бля, сейчас руга отвалится. Сука. Чуть не обрыгались. Видишь, если так в огне стоять, тяжко, блядь. Охереть. Согласна, доза. То туда еще плюс не давай, все попадут 23-го. Ну, прикинем, и классно будет вообще. Да, да, жрите ману. Короче, давай каску там, блядь, дайте пристабар, блядь. И лапку еще дайте, блядь. Я сдыхал, блядь. И все. А если перезайти, мульт спадет, нет, с экрана, то. Ничего не спадет. Да тебе. А, нет, из настройках. Короче, вот этот кружок поставил, это петушня сжигает ману. Ну я ей покикаю косты, по возможности тоже, когда босс исчезает, хуярьте ее и кикайте ей косты. Я вообще никого не вижу, я не знаю. Это кто говорит? Танк? Танка, да.
А ты, ты забей, ты просто бей, на кого Бог пошлет, хуярь все, что видишь. И все, я черепок на Мороза поставил. Мороза ты черепок видишь по-любому. Вот. И просто набирай агро. Все на пылы, на него сначала на пылы бьют, потом все остальные. Все, проверка. Будем развёбывать. Облачко. Блядь, тебя ФК показывает. Поменяй туда-сюда. Блядь, я уже на пулю. А, облачко же отошел на 5. Ну давай, хуярь, пуляй, короче, танк. Никто не бьет там. Смотрите, не сдохните. Ты, сука, сжигает, мама. Так, сбил костюм. А он это импульс сжигает. О, нихуя. Забери мобу. Это было, наверное, паралич, наверное, да, я так понимаю. Да, да, да. Санул промахом. Ой, то есть сбивалкой. А я вот не пойму, почему иногда хилов ругают? За что? Ну типа, ой, я умер. Я говорю, я вот сейчас вот в старой гильдии там типа, ну вообще. Умер танк, виноват хил. Умер хил, виноват танк. Умер ДД, виноват ДД. Пошли нафиг. Правильно, правильно. Мне кажется, это абсолютно истина. Либо ты сам сбрасывал агро, либо, сам думай. Ладно, когда там уж хилы уже просели, там все дела, это ладно. Там с дозы забери, там моба, блядь. Вот, у тебя нормально по мане? Да, фуловая. Десерт у меня Ведьмака 3. Его Ведьмака, блядь, второй сезон смотреть. 7 серий надо. А че, Ведьмак второй сезон вышел? Да. Я первую серию посмотрел вот 16-го. 17-го вышли остальные. Не, надо подкопить все, чтобы вышли. Но не все и вышли. Netflix еще, блядь. Только там негров дохуя, сука. И педиков. Насчет педиков. Блядь, Лютик меня вообще взбесил, блядь. Такая поебень. Ну, матрицу я посмотрел, блядь, лучше бы не смотрел, пиздец. Что-то вара пиздят. Там ты таунти там, я хуй знает, мобов что-то, блядь. Че мобы пиздят, вон лока. С таунти там. А, это мороз вообще, нихуя себе. Сейчас он со станом выйдет, друзья. Опа. Не успел бы кастовать, сука. А вот и все. Я дозу резу. Чё там упало? Хуй знает, что не смотрел. Так, какой-то кинжал обоссанный. Крутой. Возьму, да? Так. Хрен, а чем, ботинки. А чем, через подвал пойдем или чистить дальше эту всю хуйню? Да ну я хуй знает, нахуя через подвал, если там один хуй эту всю хуйню чистить. Веди нас, Исанин, веди нас, герой. Просто вот по этой комнате вперед, по лестнице и на смотрителя, блядь. Не, вот, конечно, спасибо за еду, но он пойдет на продажу. Ну тут понятно, блядь. А чё, боишься? Не, продажи NPC-шников. Ну да, заебись. То, что я хотел. Почему-то меня кто-то пиздит.
Охуели в меня кастовать мобы, блядь. Там, в принципе, где ты можешь котом? Ты можешь на тени Арана разъебывать. Потом гибать. Просто скажешь мне, когда спекнуться, я спекнусь. На копыте можно. А мы на копыта пойдем? Копыта? Я не знаю, надо кому-то. Там же триня крутая. Триня крутая, может, кому-то надо. Да и оно же легкое, блядь. Оно же легкое. Вон облачко. О, облачко вернулся. Не знаю, мне три не надо. Он как услышал копыта. Как услышал про кондей, да-да-да. Где раздают? Он телепортировался сразу. А что за квест будет в Каргер там добавиться? Это, надеюсь, не нужен будет для обычки выполнения? Там знаешь, какой нужен будет? Там нужен ИВК-25, нахуй. Ну ты в курсе. Проходка, да. Как тебе такой квест? ИВК-25, на престе, что на ДК. Так, ты закрыл? Ну, он же с Godfather закрыл, они два стадика ходят, закрывают. Ну вы-то красавчики, а я вот только закрыл стадик. А нет, идю, на престе нету, нет, на престе нет. Сегодня, наверное. Танк, возьми еще пару, и на пулю вот пропадет. Зря. Да ебать, мы в прошлый раз пошли, нахуй. 50-50 делать, долбоёбы, нахуй. В итоге, я просто в ахуе, нахуй. Просто ебаный рёва, нахуй, ловили, блядь, ебалом, блядь. И еще и ГП никому не дали. А ваши или пуги? Наши, долбоёбы, нахуй. И в итоге еще и ГП никому, нахуй. А ну вас с первого раза убили, я в ахуе. Ай, блядь, нет! Всех съел. Нихуя себе моргнул, блядь. Во-первых, это, вот когда агришь, это, столько... Там нужно либо спускаться, чтобы мы тебя видели хилить, либо, блядь, туда как-то заходить, чтобы, блядь, не надо было подниматься вплотную к мобам. Чтобы тебя увидеть, нужно подняться вплотную к мобам, встать в огонь, блядь, чтобы хилить, понимаешь? Просто рожики не разворачивать вещи. Живи, танк. Мы уже... То, что можем тебе пожевать. Так, пожевать? Именно пожевать. Сейчас у него ревностный будет, и он сдохнет. Вот ревностный нам захилит. Так там кто-то агрит, я агрит, все, агрит, я агрит, прист, что ли, это свои ниты херачит. А все, ты выжил, блядь. Только вот я рогу почему-то не вижу, блядь. Недосягаемости, не знаю. Я даже пета убрал, чтобы вы на меня не грешили. Где рога? Законтролился. А еще бежит один. Заипал. Должны успеть, у нас РТ тоже скоро, Шепард. Да, да успеем. Тут самое долгое, это вот эти ебаные мобы, блядь. Бля, пиздец, Блад 9000 дает на трэш, я охуею. Мне ты 10 даешь. Это маловато. Еле-еле, блядь. Но это Блад, он бьет две цели. Блядь. Я тебе скажу, Блад там не дамажит, нахуй, поверь. Кого? Блад не дамажит. Ну, Шепард, ты подпишись. Ща на смотрители проверим. Да хули проверять? Да хули проверять, у меня был ДК, мой инспек, у меня 245-й Блад, нахуй. Что не рассказываешь, не дамажит он. Не получается. Просто прежде чем вот эту всю хуйню бесполезную нести, вы скажите, что такое дамажит, а что такое не дамажит. В моем понимании, дамажит это 10к сейчас. Если 12к, это охуенно дамажит. Я могу уволить, что? Я в простите 235-м на магике 12к даю. 235-м простол. 11,5. Это минимум. Ну вот, а Блад сколько? Это магик. На груле там что-то десятка выходит. Я тебе так скажу, Блад дамажит, нахуй. Только в манекен 4-4.
Потому что там такая уебанская у него ротация, да, что ты не сможешь боссов бить, где нужно бегать. Независимо, будет у тебя 100% РПБ или не будет. Так сколько блад дает, блядь? Ну, я на бладе, на магике, ну, бурстил примерно 15-ку. И на выходе где-то было 10-11. Ну, это нормально для блада, не? Нет. А вы там, вы ВВК сколько блад дает? Я ВВК в жопе постоянно, потому что нахуй боссы ебанутые. Там ну, светится на много надо. Ну, на первом боссе ВВК, то, что там есть трэша чуть-чуть, ну, примерно 12 минут. Но я все равно нахожусь на 10-м месте. Да, блядь, 12 это нормальный ДП. Значит, просто другие там дохуя дают. Локи, маги всякие, вары нахуй. Они, шаман они дохуя дает. Вара априори больше даст нам. Ну, это коты пока, вообще значит, ничего не дают пока. Коты, ну коты десятку коты? Могут. Десятку могут держать. У нас 4-4. У нас кот 4-4 дает что-то там, блядь, хуй знает. Рампейдж он дохуя дает. Че, погибель надо кому-то? Не. А хер надо. Ну, пока тишина шепчет в основном в это время, короче, потому что у нас в основном все с Дальнего Востока. ДК не дамажит, он будет дамажить в Т-10, пока он не дамажит. Ну все, он дает десятку свою паршивую и все. Ну паршивую десятку, ну типа у меня ДД типа это офспек. Я мейн, ну, мейн танк типа. Десятка ну, это понятно. Нормально, блядь, хули. Это дохуя, если честно. Блядь, у меня даже помойный приз 10500 дает в магик, 11. Если люди дают больше десятки, там локи маги 11, 12, 13, там, это, ну, это мега охуенно. Это большая проблема. А если хан дает 15, это как, нормально, нет? Это охуенно. Это очень охуенно. Сколько вары дают у нас? Ну, смотри, ну подожди, ну вот смотря какой босс тебе, где нужен ДПС? На выходе или Анубарак бурст, или вообще что тебе нужно? На выходе Ануб 11-12 у меня вары дают в North Mythology на Альянсовской гильдии. Закрыли Ануба только 16 числа, вот четверг. Я там хэпалом хилил. Ну, у нас примерно так же, наверное. У нас вот ауга. А, так, а разницы-то большой не будет, блять. Разница будет в 500 ДПС, блять. Потому ну, что да, ну... там челики, нахуй, с 6-й випкой, 6%, считай, и фул бисовые одетые, блять. Вай-вай-вай. Так что вот эти все ДПС. Ну, пусть у гномов, я гномом бегал, прикол. У него, короче, хуйня такая, кидаешь, и у тебя дота 100% критует. А у тебя доза сколько дают ДПС? 15, ну это вообще пиздец жестко, да. На выходе? Это фурики? Это на выходе, что ли, столько? Ну это значит они в одну цель дают. Ну, допустим, я не знаю, на груле дают, да, 15-ку? Груль одно тело, ну вот видишь, это пиздец жестко, да. Ну у нас столько не дают. Ну это скорее всего истерия плюс триксы от рогов. Это по-любому без этого не обойтись. Две банки пьют, ну все как положено, блядь. Скорее всего банки там идут на силу, да? На этот зелье героизма, блядь, который 120 силы дает. Не знаю, у нас вроде где-то 12-13 рулей они вары. Где-то так, если я не ошибаюсь. Видишь? Опять закурит. Да, это не удивительно, сейчас на протяжении всего всей кары будете это раз еще 10 слышать. Я очень часто курю. Пьет, наверное, еще, да? Не, вот именно, что не пьет, это радует. Я не пью. Мы оба не пьем. Отстой. Это, а вопрос такой, когда выходит Т-10, стоит покупать на Блада Т-10, либо все-таки остаться Т-4? Я не ебу вообще. Короче, с тем интересным ДК можно потом попиздеть. Очень интересен. Потому что это долго объяснять. Только не за танка, я за танка вон вообще нахуй не за танка я. Не, за танка это говно. Мне протик понравился сильно. Очень сильно понравился прот. Я, короче, тебе так скажу, ДК на нынешнем контенте они в топе не будут. Они будут давать десятку, двенашку максимум. Ну они проходной дают, понимаешь, больше. Они проходной дают. Анхоли бы поспорил. Так Анхоли дает 12. Кать. А, я и чем и говорю. Это где он дает? Это в Анхолике или в каком-то? О, да в Анхолике, да. Анхоли, в Анхолике, логично же. Наверное, с каким-то, блядь.
Да, нет, так, на него... магике скривлённо даёт. Он, забей, он дамажит на магике, блядь, 12 тысяч, я выдаю 10 в бладе, блядь. У него молот нару, блядь, 3 неохуенные, выбора, правда, нету, блядь. И шмот получше подобранный, и он еще плюс гаргу разгоняет, блядь. Это на ком-то там дебаф сейчас будет, я хуй знает, на ком нахуй. А вон там вар красавчик выбежал. В бладе нужно крита дохуя. Сколько надо в бладе крита? 50? Ну, вообще лучше 50. Не, у меня столько нету. У меня было 57 в бладе. Когда я в бладе играл. И я, которая собирая случайно шмот на кота, собрала почти все капы. Алло, блядь, ты агилу вставляешь в камни. Ты там не путай, да. Отстань. Если, блядь, блад был бы агильный, блядь, я бы тоже набрал бы крита. У меня блад был агильнее, я говорю, под 60% критал. У меня крит с ударов сердца на выходе было 80%, 75%, потому что у меня 4-4 было. И ДПС все равно был 10-12, как ни крути. И еще и доты проебывались, потому что ротация уебанская. 4-4 очень неудобная ротация, очень неудобная. А какая там ротация? Ну, вот я тебе вот, чтобы не вникать в всю хуйню, там 3 удара смерти, 3 удара в сердце. В итоге смотри, смысл такой, что ты когда ударишь... Подожди, а как ты дашь 3 удара смерти? Вот, давай нахуй. Так. Вот все смысл я тебе о чем сказал. Вот, я отошла хиль пока их на трэш. Поэтому в бладе нехуй играть, я тебе сказал. Да всё, блядь. В бладе вон 2-4 на си и 29, потому что... Говорю, разницы особо никакой нет. Потому что постоянно проебываешь то доты, блядь, то бафы. Подожди, это получается, ты сейвишь две руны смерти, чтобы отдать на них, блядь, удар смерти? Да, чтобы активировать Т4. Ёбаный в рот. Ну ты же читал Т4. Води уже. Да, я читал, но я не думал то, что типа вот так вот прям. Ну, вот я так даже вот. В голове не представлял. Ну так. Бля, можно его открыть нам? Кого открыть? Шампанское? Да, блин. Два. Новогоднее. Ну, в этом вся и загвоздка, нахуй. Получается. Начало боя заебись, когда ты руническое оружие прожимаешь. Там просто неебический бурст. А потом все. Получается как? Там есть два выхода. Ты либо отдаешь две руны, две удара смерти и в сердце бьешь. И, короче, в тот момент, когда у тебя удары смерти руны смерти превратились обратно в руны обычные, ты должен третий удар смерти отдать. Но дело в том, что если ты там проебешь буквально секунду, или будешь бегать вокруг босса, или побежишь что-то делать, ты обязательно проебешь этот баф двух ударов смерти, и ты снова будешь копить цепочку с самого начала. То есть тебе Т4 ничего, грубо говоря, не дает. А если ты будешь просто в сухую хуярить удар смерти, то ты не сможешь максимальный удар в сердце дать. Ну да. В принципе, почти все живы и здоровы. Ну вот и все. Вот и весь смысл. Да. И 4Т4 анхолит дека тоже хуя не дает. Я пробовал. Мне не поверишь, я бегаю во фросте 4Т4, который ничего не дает. И что, нормально? Ну, блядь. Как? Ну сколько? Ну 11500 на магике. Да, но я 235. Вот, тут этот. Шмотки опять валяются в мобах. Да по. 235? Нихуя ты там. У меня уничтожение 30к критует на бурте. Не, у меня крит был 40 тысяч в этом, на Толгороде в моба. Я просто мимо пробегал. Он упал, я давай угорать. Благодарю, Кен. Так что 4Т4 я тоже думал, заебись, а брал в итоге.
Это вот, Сурфанга бей. И все, нахуй. Забаньте звезду? А, ладно, понял. Бьем звезду. Смотрите, босса только не используйте. Еще веселее будет. То, что в манекен, вот в манекен в Бладе я даю 8. В манекен. Просто. Без бафов, без нихуя. Но стоит пойти в рейд, нахуй, вот эта вся беготня. Слежение за рунами, слежение за смертью рунами этими, или нечестивостью рунами. Ну когда ты со мной в рейде, тебе проще, потому что я кидаю по КД омоложение на всех, в принципе. Да, нет, эти нет, не нужны. Не. Там не эти руны, там такие там... абсолютно не нужны. Сила руны это для танка только. То, что он руником бьет. Для анхолика, это для анхолика, зависит, скоро накидаться. Да я бы анхоликом играл, просто у меня шмот не тот. Мне не нравится анхолик. Анхолик заебись, ничего не делаешь, бьешь хуем по клаве в 4Т9. Хуем? Прикольно. Ну а чё там, блядь, 4Т9 собрал и ничего не делаешь. И даешь 12-ку, 11-ку. Запомнил тактику по 2, блядь, хуем по клаве, по клавиши, блядь. Ща попробую на Бладе. Так, сейчас этот педрило обратно пойдет. Потому что, блядь. А когда ты 10 выйдет, нахуй, там либо анхолик, либо. Кто не бьет сферу, тот педик. Окей. А как стать лесбиянкой тогда? Ну, к вам не относится. Бля, значит, типа Блад это умер. Только в Т5 контенте. Да, ну в Т5 во фросте я тебе столько дам, что ты охуеешь, но. Хули он за мной бегает. Не, ну. Ты ему понравился. Я не элементар. А, у тебя, короче, 3Т4, да? Да, у меня 3. Ну, вот тебе по факту штаны надо. Ну, в принципе, у меня 0Т4. Что мне надо? 2. Ну я тебе так скажу, ты 4Т4 возьмешь, у тебя ДПС вырастет не намного. Я думал, там он вырастет прям пиздец, прям космическо, а в итоге оказалось нихуя. Эти есть. Можно Влада пробовать 2Т10, 2Т4. А рыба есть какой-нибудь? Я пробовал, типа, ну это кусок говна получается. Я, короче, что так даю 10, что так даю 10. Нет, давайте, 10. Блядь, лучше что-нибудь. Кому надо такие штучки? Про матрицу там мне расскажите, какую-нибудь хуйню. Я не смотрел. Заебут ваши ДКшники, блядь, ДПС ваш, блядь. Так, касочку, пожалуйста, на друида. Ну вот у тебя нормальный ДК, грубо говоря, проходной у него 10-1К, он так и будет давать. Т4 возьмешь, у тебя, может быть, вырастет ДПС, может, потому что ты будешь... Благодаря. Что я рыбу понял? То, что ты будешь что, постоянно блядь? Следить за рунами, нахуй, а еще, не дай бог, в лужи сдохнешь где-нибудь. Ща я пожру быть. Тоже. Так, все готовы там? Ну это самое, вы в курсе, да? Бить сферки надо. ШП сферки не бьет. ШП нахуй идет. Давай бей, блядь. Палец повеши и одну. Ну сейчас посмотрим. Ну типа мы с друидом похилим нормально, но если будет тяжело, нахуй, сразу бить начнете. Хорошо. Хоть только по приглашению. У меня его нет. Нихера себе, сколько кнопочек нажимает тут. Это кто-то, это не я, это другой челик. Ну это же невозможно. Это подаван десятку. Не пытайся согнуть ложку, это невозможно. Знаешь, что ложки не существуют, так и про ДКшников. Не пытайся дать 12к на Бладе, блядь. Потому что Бладов... Не, ну здесь-то можно дать. На этом-то схуяли. На этом можно с удара смерти 60 кусков хуять. Нихуя, что-то разъебывает Мирика. Так, вроде нормально помогает. Да не, сырку заебись хилить. Постоянные отхил ходками, это вообще бомба. По сферам забываем.
Разъебывайте сферы, блядь, а то будет две сейчас нахуй. Мы охуеем. Да подавай, нихуя не берет. Вот эту разъебывайте, потом еще одну, потом на нуле будет этот прилив. А вот он прилив, Геру даю. И башу. Сфера так заклеивается, и башьте в босс. Вот, пока без инерации, что я себе его кинул. Ага. Там у меня два гимна на ману есть, вообще плохо. Плюс тотем. Да. Нормально так что выдал, ебало, 240. Ой, ебало. Дозу волной захиливаю. Ребята, сфера. Сфера, ну. И с такими хилами нормально одеты, не заебись. Чё-то я себя наблюдаю на пятой строчке, как бы, стрёмно стало. Говно в ПП какой-то обгоняет. Говном попахивает. Чё, пиздец. Будешь готовить гуся на Новый год. Ебать. Бля, сейчас кто-то сдох. Дозу там захотай, чтобы он, блядь. Здесь что-то. Что-то он сильнее бить стал, что-то не вкуривает. Что за хуйня? Смотри, убил нахуй. Что это за хуйня? Вставай. Дозу, я обернулась, что. У него таун иди. Потом кто-то гнёт. Все, сейчас переведем. Так, ну тотем ставлю, потряс ADC ману. А хотя доза не в моей пати, блин, ёбаный. Тотем вроде на всех, нет? Не, на пати. На 5 человек. Добьем его. Так, судя по ДПС, вар красавчик, 14к даю. Доза 13 ДПС. Подаван десятка, облачко десятка, робо десятка. Пошли бы ВК таки сдать. Да, и ВК закрылся. ВК сейчас не такой сложный на самом деле уже. Ну конечно, порезанный. Да. Бля, пиздец нахуй, десятку еле с пальца выцесал. Ага. Хант, ДК, Лок и Мак. Я здесь типа под. Я дал истерию под этот, под второй прилив сил, короче. И тогда я вышел уже на третье место. Если бы не истерия, да, типа сейчас, я. Тихо, скипнем три шаг. Я не докап, рульте. Рульте вот эту поебень. Блять, у меня всего не докап, нахуй. У меня 27% крита, о чем речь. Что там, хан, да, кент. Т4 на ханта, ДК, мага и лока, ролик. А что ты, стой, а что ты фростом не играешь? Играй фростом. Сука, мастер, блять, ролл. У меня второй пухи нету. У меня есть одна, типа, с ИВК. Ну, еще раз. Второй раз. Все уже. Это, прекратите базар. Сейчас мы будем пробегать. Нужно кинуть СС того, кто может резать. Или у кого. Ну, на мне СС уже висит. На мне висит СС. Первый бежит квадрат. Квадрат, ну, там, ревностный прогник. Там 50 на 50. И мобов на себе держи. Сейчас, может, одного моба убьем. Пошли сюда налево. Где ты там, квадрат? Да давай не будем бить, просто пробежимся. Все, беги вперед, мы за тобой бежим. У кого тапки есть, там на тапках бежим. Просто пробегай вперед через комнату и на подъем иди. Если кто сагрится, типа сзади, там смотри, стоунти, там что-то кинь. И дамаж лужу кидай там. Потому что кидай на него ходку там. Так, мгновенную волну дам. Я думал, квест дам, а квест там, да, наверное. Не, нихуя не делаю. Главное, чтобы добежали, кто и резаться может сюда. Сейчас танк сдохнет. Че, тут или дальше? Ну здесь, вот в уголке. Все, ну, у меня зимняя есть. Все, теперь все умираем. А Лок, кстати, добежал? Лок вроде добежал. А на мне есть ССК. Вот, сейчас кто далеко с мобами бежит, того с манем.
Так, оба приставы нормально. Мобы пришел... А, или вроде нет. Чего у тебя? Нет. За... Нет мобов. Все, вставайте, там ресы. Ресы меня, ресы Лока. У Лока ресы сразу шкаф, тыкайте в шкаф. Ебать, а как я вообще не сдох? Я просто бежал и... Ну потому что ты не хилил, ничего не делал, ты бежал сзади всех, на тебя бой не кинулся. Никого не заиграл. Да. Они подумали, что ты безопасный, блядь. Свой парень. Блядь, это, подаван, да поебать на вторую пуху. Ты можешь вторую пуху хоть 200-ю взять. Тебе главное в правую вот эту взять СВК и все. А, да? Конечно, блядь. Ну, смотри, как, не прям, конечно, похуй. Ну, блядь. Тебе в Бладе Т4 не нужно. Ой, во Фросте Т4 не нужно. Тебе нужно 2 Т4 и 2 Т9. Тыкайте в сумму. Плюс у тебя шмот подходящий. Плюс смотри, во Фросте не нужен крит. Ну, грубо говоря. Да, копыта. Плюс тебе нужно всего 5% меткости во Фросте. Так, сейчас я маны сяду попить. Бафы типа какаски хуй. Но у меня сейчас 8% плюс от расы еще процент идет. Истобаф лапа. Вот, на копыте ты в одного сможешь? Что за раса? Да. Ну, если меня человек цепи возьмет, надо будет цепи разбить. Да я... Нет, я просто вот думаю, зайти шапешкой или пофиг. А, ну нет, нет, пофиг. В хиле побуду, в пофиг. Ну вот, тебе можно будет плащ поменять. Бафайте там каску, лапу, просто баф. А чё? Да у нас просто сейчас маг зайдет, доза на маг зайдет. А, он хочет это. Крандёр. Он же написал, да. Давай, пуляй трэш. Этого моба разъёбывай. А что человек дает? Человек нихуя не дает. Загадил всю планету, уничтожил всех редких. Ты что, решил стать моим преподом по экологии? Которому я сегодня сдавала экзамен? Человек самое опасное существо на Земле. А прожимка, что за прожимка? А вот. Прожимка? Наносимый урон на 5%. Это когда он надевает маску от коронавируса, блядь. А что ты с дворфа ушел? Он посчитал, ну, что... Дворф, он как бы для танка вообще, ну, типа, ничего не дает толком. Там выноса чуть-чуть и все. А человек, как и для танка немного дает, так и для человека. Да для... Да. Прекращайте базарить. Так, все в кружок. Вах, на меня. Все в кружок играем. Орк вообще топ. Когда мало хп у кружка будет, нужно будет ему сбить каст, чтобы он не шотнул весь рейд взрывом. Там либо притяжка, либо стан. У нас просто шот. Все, теперь в ромбик играем. Да, с мунем. Сейчас три моба добьем. А зачем? Подожди, а какого? А, за место мага. Там доза на мага зашел. Сбейте, сбейте. А нафига на мага? Да я ебу, что ли, ну кондёр на него. Кондей нужен. Не, кондёр он ролл, все на. Паролите, блядь. Мне бы шапка выпала ебаная, блядь, на шамана. То я вообще не расстроюсь. Это Кенда можно поздравить с 4Т4, получается. Че, реально, что ли? Да, кисти забрал последний, вроде, если не ошибаюсь. Хорош, красавчик. Редиска. Можно еще, кстати, пуху на скильдонаса. Не дают два собрать. Ой, скильдонаса нет, там очень много баджиков надо. Блять, что-то не успеваю сбить. Вас слушаю, не успеваю нихуя сбивать, блядь. Так, ебани шкаф сразу мага сумнем. Вар, ты где там, АФК? Так, тыкните. Ну, вар вроде... У меня танк есть, 2Т4 на ДК, и все, на этом танк закончился. Все, суманул, пошли дальше. Не, у меня 4Т4 есть на танке. А я танком не играю. Там 236-й, может быть, будет отстегнуть. А, я что-то тебя сманул раньше. Короче, Blood я вот играл. Blood это страдание.
Блат — это когда блатной. Блядик. Стрессом не дамажит, потому что... А у подавана ДД блядина. Блядина. Да ты посмотри трансмог. А там трансмог проститутки, а он в бладе, значит, блядина. Ты еще не слышал, как моя бабушка говорила про блядь? Это вообще топовое слово. Какое? Про блядь. Ну типа профессиональная, блядь. Профессиональная, блядь, ну я понял. Это нет, это прото, блядь. Бронированная? Да. Бабушка что-то знала. Она знала, почем фунт лиха, блядь. Вот тут, короче, это, будьте осторожны, там трэш, там станы, там, блядь, сбивка стов, нахуй, иначе, блядь, сдохнем, нахуй, сейчас. Иди потихонечку туда. Они нихуя быстро поставили, да? А что мне механика не дает? Да, блядь, кинь нахуй сопротивление, бам. Мак, дай МК, тут все равно вроде кастеров больше нет. А нет, тут кулок еще есть, да? Я еще есть. Подруги кто нахуй? Я могу в танке, в ДК танке, короче, десятку на этом боссе дать. Да нет, ты, если Войт осилит, да? Давайте не будем подкручивать тебя. Если Войт осилит, то могу в кота. Давай, в кота. Только если меня в цепи возьмет, там надо будет цепи разбить быстро. Все. Или умереть. Или умереть, нахуй, да. Третьего не дано. Давайте не будем рисковать и... Да не, пускай подамажит. На 2 минуты больше потратим, мне кажется, максимум. Да тут не важно, ну типа тут не шотает никого. Если вы не типа... будете мобов бить и будете точно босса бить, то да, может захуярить все. Ну, даже на крайний нет. Случай у нас есть два гимна на хп, два гимна на ману, мое спокойствие. Гимн на хп уже один. Ну ладно, один. Да нормально должно быть. Блин, я по привычке подавал на как танка хилю. Правильно, так давай, и надо. Давай спекайся там, подамажишь. На пулы есть, нахуй. Главное, на пулы рассинхронизируйте, чтобы мобы выходили под каждый... Ну я в пульку херачу все. Все. Это понятно. Так, что там? Мак, отпивайся. А, кстати, пока ты здесь, ебани столик, я наберу штруделей, блядь, чтобы... Ну он стоит. А, да? Где? Что-то... А, вот. Вот. В людях. Все. Съел пожрать чисто 100% ману. Проверка и помощь. Бафа, подожди, сейчас я поем, тоже лапку накину. Лапку в натуре что нет, нихуя. Листобаф от тьмы, что не бафаешь, блять. Нас тут застреливают стрелами тьмы, блять, а ты не бафаешь. Вначале мелкого пиздюка убьем, да? Да, да, конечно. Так, вроде, что там, мага еще немножко осталось, мана вот есть. Че, мне МК дадут-то? Да я хуй знаю. Нахуя тебе МК, блядь? И так нормально. Дайте по подавану МК, пожалуйста. А, ты мне Сирию дай подаван, кстати. На счет три начинаем. Раз. Ага, два, сейчас прям. На пул и хуёл, и киллрек выпиваем. Ебаш, ебаш. В центре в зеленом круге стой. Маба, поставь чуть-чуть назад. Ага, все зависит. Кстати, Геру вам надо, нет? Сейчас после этого мобак умрет. Дать? А то есть что-то хуйня. Давайте, да. Ну и все, типа, мобов 10 скапливается, там одну ешку дали, они там сами сдохнут потом. Больше старайтесь через босса играть.
цепи на ДД это похуй, а если на мне будет, я скажу. Надо будет меня и подхилить, и разбить быстро. Тут надо и в босса много, и в трэш много давать, чтобы мобы сильно нас не заебывали. Косты, видишь, сбиваются, медленнее кастуются, все. Вот, я в цепях, все в цепи переключитесь. Бля, сейчас я на них что-то поставлю. А где ты, блядь? Щит, давай щитуй, хиль меня, ебать. Быстрее щиток на меня. Захиливай меня. Женек, спасай. А я не вижу тебя вообще. Так нахуй, сука, скачай. Все нормально, нормально, хилю. Ёбаный свет, Женёк, я чуть не сдох, ты понимаешь? Да какой, нормально, не сдох. Кто здесь? Тебе повезло, что у нас... Катя у нас... умеет нажимать вовремя спокойствие. Да, на коте, блядь. Спокойствие, да. Нет, спокойствие. Да я видел тебя, у меня есть горит. Просто я тебя не видел, где ты там в цепях вообще есть. Так нахуй тебе цепи, тебе надо было меня хилить. Я думал дамажить цепи. У цепи там вон есть, кому дамажить. Просто я чуть не сдох. Я в цепях. Эх, Женёк, когда ж ты будешь скиллованным игроком? Наверно. Я думал, ты щиток-то хоть не успел кинуть или нихуя не кинул? Конечно, успел. Я еще и молитву успел кинуть. Это заебись. Вот то так бы я сделал. Я сейчас подумал, что можно дамажить голосейка, а не пить. Да не, ты единственный из всех здесь, кто может подхилить. Варни может, Рога не может. Только двоих, под... паладин может, в принципе, еще возражение, да? Че он не умирает уже за дубу? Сейчас сдох прям остался. Ну, стал уешь. Блять, попался. Напоследок. Хотел ему хэдшот влепить, а тут посижу. Хрен вам, а не кондей. Ну ты как всегда. Это ты собираешь скриптом, да? Посох тебе на кота. Короче, все мне. Пошли. Кто там, тебе не рано, да? Давай, беги. Ну тут тоже в коте будет на тебе не рано. Ну там, короче, да, там, окей. Короче, тоже надо будет заделать. Так, он там писал, мы суманем на этого на тень. О, что можно? Можно мне на ДК? Все равно тут есть приз. Тебе сейчас перекура надо? Не будет, да? Ну, посмотрим, может, после тени Арана давай перекурим. Да, давайте, ну. Сейчас его быстренько шлепнем и... Да. Что? Разъебываю. После Арана пойдешь. Так, Женек, что тебе, на тени Арана надо что-то лутать или что? Или что ты хочешь? Нет, я просто хотел зайти на ДК. Да, давай уже на перекуре зайдешь тогда. Я не думал, что есть еще один приз. А, я просто хотел зайти это. Подавана поунижать. Не надо! Пожалуйста, ну не надо. Я пока себя чувствую нормально. А то мне в рейде не берут, я 235, мне приходится шмот одевать для этого левела. А чё? Коны тебя в Годфазер не берут? Нет, бывает с пугами в ВВК 10 хожу, они пишут 235 мало. Я одеваю. А в 25-ку тебя берут? Ну, в 25-ку я с пугами же не хожу. Ну, можешь. Давайте, с нашими так, сходить сегодня. Так, Доза, ты больше заходить не будешь, да, на мага? Или на Молчезар, что я забыл? Так, а сейчас стой. Сейчас скилл. Так, стык на сумон. Ты тыкните кто-то. А, Доза здесь. Так, ну ладно, пошли разъебывать. Дай рыбу. Кто бегает, тот бег. У меня нету рыбы. Так, он дайте рыбу. Заходите. Да в пизду какая рыба, бля, сейчас сдохнем все равно. Идите. Хочу рыбу. Заходите. Фига настрой нормальный такой. Сука. Что там? Пизда, вайп нахуй. Обещаю. Пуляй. Танк в центр, ставь его. Так. Лапа на всех же есть. Надеюсь, да. Короче, давайте, я сбиваю этот
как называется, аркан, вот эти ледяные сбивают рога, огненные подаван. Так, я только что сбил Синдер. Блять, нахуй, стало мне дали. Я потратил что-то, блин. Аркан. Посмотри на подстраховке. Всю эту хуйню сбиваем по максимуму. Там, кто на подстраховке, вар там сбивает все, что можешь. Потому кто что на 20% маны он будет кастовать этот. В овцу нас всех превратит, нахуй. Нахуй. Может, не дадим ему этого делать? Вот поэтому я и говорю, что надо сбивать косты. Я хочу Т4 на пристава. Так, вот эту хуйню диспелит два приста, либо паладин. Обязательно диспелить людей. Вот эти оковы, блять, когда он будет взрыв кастовать, чтобы люди успели добежать до края. На элементалях очень важно, надо будет меня засейвить. Все, давайте диспел. Очень важно, чтобы я не сдох на элементалях. То есть, то есть лок там забанит, зафирит и этот. Блять, проебал, ладно. Паладин будет штаудить на себя тех, кто кастует. И сбивать косты тоже там. Да сука, промах. В принципе, по мане нормально. И убиваем его быстро. Еще и наркину. Да тут мана хуй сядет. Все, не двигаемся, не прыгаем, ничего не делаем. Даже хилики. Так, эти чердейские я поймал, когда я был. Дальше сбивайте. Че не сбиваете? У меня когда было? Так, вот я не к спине его стою. Я на чердейские сейчас поймал. Сейчас сбивайте. Что-то никто не сбивает. Нет, никто не сбивает. О, вот эти элементали, это самое опасное, блядь. Блять, а мне сало дали, облачко живи, я хуй знаю. А это мне босс дал сало. Да мне никто не бьет, что мне жить там. Косты тоже смотрим, сейчас забиваем, давайте. Не проебывайте косты. Сука, промах. У меня хули меткости. Делай этого босса спина. Около жопы. Да я вот найти не могу. Так, разбегаемся. Диспел, диспел. А то сдохну, блядь. Сейчас цели мы еще секунд 20 исчезнут. Видите, как меня разъебывают мобы? На мне сало сейчас. Мобов херяйте, щиток давайте. На мне сало, я сдохну. Блять. Сало опять на мне. Кидай гимнах по чему, давай, мне хуй знает. Все сдох. Все сдох. Я за тебя не достаю почему. Ладно, мобы скоро должны исчезнуть. Танка подхиньте. Добьете там 500 тысяч. Ну шишка. Ну мужика она. Ресните. Да, мало, но зато свои шишка. Так, кого поставим на синий? Вара? Вара больше всех дает здесь. Ой, я покинуть тело нажал. Да сейчас локон. Сука. Что там, с кольчуга и ткань. Я на ДК пойду. Там как раз. Пускай в шкаф. Перекур будет? Да, идите курить. Я сдохну уже. Я могу на ДК. Кен, пошли в шкаф сразу, чтобы мы его это суманули. Я уже здесь. А, тут уже все. Не надо, Кент. Че ты, Вар, говоришь, сдохнешь в луже? Ты не стоял на синем ни разу? Какая-то параша выпадает. Угу. Мне все мне, давай. Рога написал, что он стоял, может постоять на синем. Шепард, который. Да, блядь, я на ДК мог постоять на синем. Что стоять? Сейчас подумаем. Ну, а враг 243, я думаю, нормально будет бить. ПП на синем стоит. Может и ШП. Тучку прожмёт, если чё, что-то.
Да, я как-то стоял. Чё во мне плюсанул? Ай, блядь, что-то. Знаешь, какая самая сильная раса? Дринейчки? Нет, это орк, скрещенный с Эридаром. Это как у меня. Жестко. Ну, сейчас поймешь, когда я в рейд попаду. Ну чё, блядайте, вон я плюсую. Вижу. У меня бафы есть орка и бафы Эридара сразу. На одном персе. Я хуй знает, почему так получилось. Но у меня на орке почему-то вот это есть. Они у меня лежат. Я захожу в игру, они постоянно сами копятся. А нет, они не копятся, они просто не исчезают. Так кому, наверное, потом хуйню просто. Тут надо будет на гневе точно хилить тебя. Ой, ты можешь взять этот возмездие павших, тут книжка лежит для хила. Я не пользуюсь такой хилью, и так заебись. Ну и ладно. Че, я в хила? Да, на гневе. Че? Может, там жестко будет. Давай, может, сейчас спекаться. Так, ебанишка, пока он не запулил. Сейчас обжужу этого самого. Блять. Тык.